Кроме приглашений в едином стиле, можно сделать и дополнительные карточки во вкладке «Бумажные», «Дресс-код», «Расписание» и «Конверт». Все они предназначены для последующей печати. По этикету приглашение принято вручать в конверте. Он дарит ощущение тайны и предвкушения, а также защищает ваше послание о самом важном дне. Вы подчеркнете значимость события, вручив стильный конверт в едином стиле с вашими приглашениями. Перейдем к его редактированию. На лицевой стороне можем поменять текст, который будет у вас на конверте. И для обоих сторон можно будет изменить фон, картинку или узор. Скачанный макет конверта будет состоять из двух файлов – лицевой стороны и оборотной стороны с линиями для сгиба для вашего удобства. Вам останется вырезать по указанным линиям и согнуть по сгибу. Если вы печатаете самостоятельно, мы советуем использовать менее плотную бумагу, чем для приглашений. Для красивого сгиба достаточно плотности 120-220 граммов. Ваш конверт готов. Вы можете декорировать его сухоцветами, лентами и восковыми печатями. Переходим к карточке дресс-кода. Это ваш тонкий штрих, который поможет сделать будущие фотографии безупречными и задаст атмосферу еще до начала события. Сопроводительный текст можете поменять. Ниже находим палитру, кликаем по ней, нажимаем кнопку «Настроить свою палитру». Подобрать цвета можно вручную, кликнув по каждому кругу. Если нужно удалить какой-то цвет, нажимаем кнопку «Отобразить код цвета» и на ненужном круге вводим 6 букв F. С точными цветами проще работать через код цвета. Когда у вас будет нужный код, скопируйте его в один из кругов. Обязательно посмотрите наше отдельное видео по удобным онлайн-инструментам, помощникам в подборе гармоничных сочетаний. Редактируем расписание. Оно поможет гостям быть в курсе всех ключевых моментов торжества и позволит наслаждаться праздником без лишних вопросов. И ваше мероприятие пройдет организованно. Если нужно, добавляем новое мероприятие. Если какие-то созданные события в расписании вам будут не нужны или вы хотите их отредактировать, то щелкните по расписанию. Слева появится окошко, где можно будет начать редактирование, перемещение или удаление данного события. Более подробное расписание мы рекомендуем сделать еще на сайте приглашения. Мы настроили все нужные детали. Переходим во вкладку «Приглашения». В блоке с бумажными приглашениями будет кнопка «Получить дополнительные материалы». Нажмите на нее и выберите нужный тариф. После оформления заказа рядом с активированным тарифом будет кнопка «Получить». Напротив каждого элемента будет кнопка «Скачать». Перед скачиванием не забудьте проверить макет. На одном листе формата А6 будет две карточки с палитрой для экономии бумаги при печати. Свадебное расписание также формата А6. Файл свадебного конверта формата А4. В сложенном виде подходит вашему приглашению в формате А6. Вы также можете дополнительно заказать печать в нашей профессиональной типографии или распечатать самостоятельно. Готово! Теперь все элементы вашего свадебного приглашения продуманы до мелочей. Теперь можете быть уверены, что ваш особенный день пройдет безупречно, и каждый элемент будет работать на создание незабываемой атмосферы.